От чего перекосились лица Путина и Лаврова на саммите в Казани, ведь такое великое геополитическое событие? И почему КНДР говорит, нас там нет, оружие мы нашли где-то в лесу? Обо всем этом не только, мы поговорим прямо сейчас. Меня зовут Ирина Узлова, с нами традиционно несколько раз в неделю Михаил Шедельман, политтехнолог. Михаил, здравствуйте, искренне рада вас видеть. Здравствуйте, Ирина. Я вот сегодня вообще-то хотела послушать, что говорит премьер-министр Индии Нарендра Моди, который, увы, но да, приехал показать Путину, что он не одинокий, друзья у него не только воображаемые есть. Но засмотрелась и прям остановилась, как мгновение на этих не обескураженных интеллектах, но изуродованных жизнью и войнами лицах. И меня просто-таки впечатлило то, как выглядят, слушая и Нарендру Моди, и не только лишь российский диктатор Владимир Путин, и его конь, который именует себя министром иностранных дел Сережа Лавров. Вот такие вот приблизительно лица. Путин говорит, я все понимаю даже без переводчика, но мне кажется, что они даже не совсем понимают, где они и зачем. И это просто, вот даже это мы не специально, они так это все и делали, это стоп-кадры секунда в секунду. Михаил, да неужто на этих лицах написано, что они действительно чувствуют себя еще мощными геополитическими игроками? И что вам показало тот набор участников, которые приехали и которые нет на саммит БРИКС в Казани? Чего достигнет им Путин? Ну, насчет того, что они там чувствуют, мне трудно сказать. Мне кажется, что люди все-таки так долго проводящие время у власти и занимающиеся тем, чем они занимаются, вряд ли испытывают большой интерес к своим собственным делам. Не знаю, мне кажется. Лучший отдых – это перемена занятий все-таки, но это уже такое, это по себе мерить трудно. Может, им нравится, откуда я знаю. По поводу состава участников. Ну, к сожалению, все-таки там много кто приехал. Да, не приехал президент Бразилии, но тут виноват Путин сам, я считаю, в чистом виде. Это он его подставил, и президент Бразилии решил не подставляться под Путина. Это очень, по-моему, такое получилось интересное упражнение в дипломатии. Путин в пятницу сказал, отвечая на вопрос, не знаю какого корреспондента, но может быть даже бразильского, потому что в чем была интрига? В пятницу Путин давал пресс-конференцию журналистам из стран БРИКС. Но вот незадача. Страны БРИКС оказались демократическими многие, понимаете? Да. Свободной прессой. Индия – страна со свободной прессой. Там. Бразилия, понятное дело, страна со свободной прессой. И вот что ты теперь поделаешь-то с этим? И когда они давали интервью, брали интервью, то есть, то они задавали неполиткорректные вопросы. В частности, спросили у Путина, поедет ли он на саммит G20 в Бразилию. И он вынужден был как-то крутиться. И он сказал страшную вещь, на самом деле. Он сказал, что, ну а что, говорит, мы же можем подписать с Бразилией двустороннее соглашение, видимо, о невыдаче, да, преступников, и тогда мы обойдем как бы решение Международного уголовного суда в Гааге. Но он про кого? Он на что намекал-то? Что получается, у него есть некие подельники в Бразилии, которые готовы подписать с ним фиктивное соглашение, то есть вступить в преступный сговор, чтобы избежать выполнения решения Международного уголовного суда. То есть он в открытую признавался в мошенничестве, в том, что он готов его совершить, и что у него есть такие же люди в Бразилии, которые готовы с ним это сделать. И вот тут Моди, если бы он поехал, его бы заподозрили в этом, бразильская пресса и бразильское общество, что это он пытается помочь Путину избежать заслуженного наказания. Пытается укрывать опасного преступника. Не Моди, естественно, это было с Лулой де Сильвой. И Лула де Сильва, он уже однажды на этом погорел. Он год назад сказал, что ну вот к нам, если приедет Путин, то мы его не будем арестовывать, он сказал. А потом извинялся, говорил, нет, решать будет прокуратура, а не я. У меня таких полномочий нет. Вот это забавное приключение, почему Лула де Сильва был вынужден отказаться от поездки и придумать, что у него разбилось лоб, шея, запястье, не помню. Ударился головой, в общем. Голова, да. Тупая травма головы. Ударился, да. Ну, знаете, там травма. 3 дня желательно не беспокоиться. Ну, такая, да? Да-да, существенно. Нет, ну, молодец, красавчик, что сказать. В принципе, и причина уважительная, и себя не сильно замарает. Но Путин, кстати говоря, уже сегодня, общаясь с Си Цзиньпином, сказал, наверное, раз несколько, что не переживайте, завтра президент Бразилии Лула да Силва по видеосвязи к нам присоединится. И очень радуется этому российский диктатор. При этом, встречаясь с тем же Си, который все-таки приехал, улыбался, обнимался и сказал, что отношения России и Китайской Народной Республики вышли на новый уровень всеобъемлющего стратегического партнерства, говорит Путин. Таких заявлений от Си Цзиньпиня не прозвучало. Как вы полагаете, Михаил, как оцениваете? На самом деле Си приехал показать, что главный там он, и он командует этим парадом. Ну, он не должен никому ничего показывать, потому что есть объективная реальность, что такое БРИКС и кто его лидер.
Вот буквально сегодня, кстати, из забавного, была в России, сейчас все пишут, конечно, про этот саммит, по понятным причинам, потому что он проходит в России. И сегодня был большой материал в РБК, в российском, в смысле, издании, ну, российском, пропагандистском абсолютно, показывающий историю этого самого БРИКСа и так далее, и так далее. И там инфографика о том, сколько составляет ВВП, совокупный ВВП стран БРИКС. Сумму не вспомню, 28 триллионов долларов общего ВВП стран БРИКС при 105 триллионах общего ВВП мировой, то есть, грубо говоря, четверть мирового ВВП представляют собой страны БРИКС. Ну, а дальше там цифры. На первом, вот это инфографика, да, то есть пропорциональной экономике страны и ее место. Да? И в отличие от глобуса, где Россия занимает очень большое розовое мерзкое пятно, то там, значит, огромное пятно Китая, поменьше там Индия, Бразилия. И где-то там маленькая такая Россия вместе с Саудовской Аравией почти одинаковая по размеру. Вот, то есть ее вклад-то не заметен. И когда смотришь на эту инфографику, то сразу понятно, что это союз китайцев. Ну, смотрите, китайцы и их сателлиты вот вступили в некий союз. Вот, поэтому к Си, конечно, а что ему не поехать? Он хозяин себе, и куда хочет, туда и едет. Ему никто не прикажет куда-то не ехать. Кроме, конечно, вооруженных сил Украины, которые, я надеюсь, сегодня ночью все-таки нанесут удар по Казани. Потому что не зря сегодня, этой ночью, тренировались на Тамбове, на Туле, на Нижнем Новгороде. Я думаю, что и Казань вполне себе на очереди. Да, причем ударили по самому больному, по спиртзаводам. Да, 3 спиртзавода, это вам уже не шутки, как говорится, да? С2, H5, OH, наш, как сказали бы химики. Знаете, это формула спирта, да, С2, H5, OH, наш. Хорошо. Мало кто уже помнит эту формулу, но мы-то старые поколения, так сказать, помним еще. Да какие ваши годы, память просто хорошая. Михаил, я уверена, что это в названии на ваш стрим должно где-то появиться, конечно же, на вашем YouTube-канале. Друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на YouTube Михаила. Сама смотрю, вам рекомендую, там еще и за подписку очень много бонусов, но каких вы узнаете, если подпишетесь. Конечно. Да, кстати, теперь еще и да. Теперь еще и бонусы подписчикам по всему миру. Как выяснилось, по всему миру сейчас есть такая банда, называется Шутермания, и огромное количество компаний по миру объявило, что предоставляет скидки подписчикам канала Штельман. Причем там от 10 до 50 даже процентов, и каждый день добавляются новые и новые бизнесы, прямо в разных странах мира. На Аляске можно книги купить со скидкой, вот сегодня там в Англии чай, в Украине кофе можно попить со скидкой, даже сегодня вот я провозглашал новую скидку на плюшевых медведей. Ого. Девушка шьет медведей, она тедолог по специальности, это Тедди Бир шьет. Ничего тедолог. Себе. Да, в Умане, и дает скидку для подписчиков канала Штельман. Поэтому у меня уникальный эксперимент по... Вот я думаю, что у БРИКСа не выйдет своей валюты. А вот шейтельмани, как мне сегодня прислали такое слово, шейтельмани, да, это будет такая валюта канала Штельман, она когда-нибудь обязательно появится. И сегодня, завтра кто-то ее учредит, и можно будет расплачиваться за услуги между подписчиками. Нас уже больше, чем 500 000, поэтому это вполне себе... Вот мы победим БРИКС, я считаю. Я тоже даже не сомневаюсь. Я думаю, что поэтому и в частности у Лаврова тоже было такое грустное лицо. Ну и спиртзаводы, Медведев, Захарова, я полагаю, там сегодня траур, на самом деле, по территории Российской Федерации. Если бы не БРИКС, так они бы, наверное, и флаги приспустили. Спиртзаводы, это да. Ну, а подписка на канал Михаила дарит радости вам и близким. Как видите, теперь они только познания. Михаил, а что вот доллар действительно плохого сделал? Неужто он тоже, как войска НАТО, атакует Российскую Федерацию? Что такое? Или санкции жмут где? Я не совсем понял, кто плохое сделал? Доллар, да. Ведь Путин хочет, чтобы БРИКС отказался от доллара, как в принципе валюты. Ну, доллар сделал только одно плохое для таких людей, как Путин и других преступников международных. Доллар прозрачен. То есть в чем секрет доллара? Рассказываю тем, кто не знает. Если вы пришли, ну, например, в украинский банк и принесли $100, положили их на счет, то запись о том, что вот у вас, вот ваша фамилия там такая, Шутерман, не знаю, да, что у вас на счету появились $100, появится не в банке, куда вы пришли, в украинском, а в американской центральной резервной системе. Появится об этом запись. То есть каждый доллар через банки-корреспонденты записан в Федеральной резервной системе США. Невозможно от одного человека другому человеку передать доллар, через банк имеется в виду, не наличный, и при этом, чтобы Америка об этом не знала. То же самое касается евро, только
В евро знает Центробанк Европейский о том, что переданы евро. Когда вы выплачиваете что-то в фунтах, то информацию об этом получает Центробанк Великобритании, Национальный банк Великобритании. Вот. Поэтому, собственно говоря, и можно вводить санкции. Почему американские санкции так страшны? Потому что ты лишаешься возможности оперировать долларами. Санкции против тебя европейские, ты лишаешься возможности оперировать евро. Вот, например, огромное количество московских банков, ну, российских банков, там, или же Московская фондовая биржа валютная в том числе, они не имеют возможности больше оперировать долларами и евро, потому что они просто не могут их записывать. Все. Им никто запись это не подтвердит в Центральной резервной системе. И до свидания. Эти доллары и евро недействительны. Поэтому всегда... Это всю историю человечества, с тех пор, как вообще деньги появились, ну, такие вот безналичные деньги, всегда преступные группировки пытались создать хоть какие-то альтернативы. То есть чем-то расплачиваться альтернативным. Вот там золотые слитки для этого придуманы, чтобы платить за кокаин, грубо говоря, да, потому что ну, ты не можешь в переводе написать, мы купили самолет с кокаином. Поэтому ты платишь золотыми слитками. Вот. Но их тоже надо хранить и так далее. Россия сейчас, кстати, платит золотыми слитками. Правда, она не покупает кокаин, она его продает, зарабатывает на нем. И дальше золотыми слитками платит, например, Турции за поставку услуг. Потому что долларами не может. Доллары не пройдут через банковские платежи. И преступные группы все время создают некие альтернативные деньги. Например, когда-то так были созданы криптовалюты. Сейчас уже многие из них стали легальными. Но начиналось-то все это с полной нелегальщины, естественно. И вот Путин пытается создать такую альтернативу. То есть, смотрите, он, когда ему спрашивают, не боится ли он поехать в Бразилию, он говорит, так давайте создадим, грубо говоря, такую альтернативную законность. Да? Угу. Подпишем все между собой левые бумажки, и нам закон не страшен. Но это как ездить по фальшивым документам. Типа, а давайте я поеду в Бразилию по фальшивому паспорту, на имя Иван Иванович, там, не знаю, там, Еленин, да, и, значит, тогда вы меня арестовывать не обязаны, потому что вы же подумаете, что Еленин, сделает вид, что вы не знаете, что я Путин. То же самое, и поеду я не с долларами и евро, а с деньгами БРИКС, mm-hmm. ну, с такими новыми, придуманными, против которых не страшны никакие санкции. Вот что он пытается сделать. Но есть нюанс. Нюанс такой, что чтобы сделать деньги, любые новые деньги альтернативные, вам нужно доверие со стороны тех, кто этими деньгами оперирует. То есть китайская компания должна принимать эти деньги, новые БРИКСы, доверяя им. А китайская компания будет доверять им, только если правительство Китая скажет, да, вы можете брать это, вот это будет считаться деньги. Но это Китаю вступать в войну против доллара США, с которого он сам живет, это как бы, мягко говоря, смешно. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Российской Федерации осторожно относится с тематикой КНДР из-за Китая. И в вопросе привлечения войск КНДР к участию в войне в РФ осторожно с этой тематикой носится, говорит Зеленский на встрече, закрытой с журналистами, чтобы Китай жестко не реагировал. Более того, очень осторожно воспринимают эту тематику ЕС и Соединенные Штаты, очень сдержанно. Ну да, мы видим, что есть заявление, но нету никаких движений, возможно, движения будут со стороны Южной Кореи. А действительно ли Китай жестко должен как-то реагировать? Мне кажется, что Китаю это, возможно, даже и выгодно, что объединяется Россия и КНДР. Или я ошибаюсь? Я просто простой вам ответ дам. Я не знаю. Я не знаю про то, видит ли Китай больше выгоды или больше невыгоды. Я думаю, что тут надо быть каким-то очень, прям очень глубинным китаистом, чтобы знать ответ на этот вопрос. Потому что, безусловно, есть плюсы, есть минусы, и в чем они, и какая в дальнейшем стратегия Китая в отношении этой Северной Кореи, черт его знает. Прям черт его знает. И, конечно, я думаю почему-то, что корейцы совершают все вот эти акции, там, присылая какие-то сотни или даже тысячи солдат, без китайских товарищей, то есть самостийно, так сказать, делают. И просто вопрос масштаба. Пока они присылают 100 солдат, то китайцы такие, ну, пусть присылают. Когда они будут присылать 10 тысяч, то китайцам это может не понравиться прям сильно. Что касается остальных стран, которые, вы говорите, реагируют или нет, ну, пока ключевая реакция на самом деле, если говорить о западном мире, это реакция Ллойда Остина, который заявил сегодня, что их там нет, северокорейцев. Что мы не, у нас нет подтверждения, что северокорейские солдаты пересекли границу России с целью участия в войне против Украины. И ведь ни у кого на самом деле нет. Какие-то люди пересекли границу во Владивосток. Зачем они туда ее пересекли? Может, это учения у них будут, потом они обратно вернутся. Мы же этого не знаем. Поэтому это
Поэтому Пентагон так осторожен. Вот когда у него будут доказательства, что это прям люди направлены на фронт, тогда да, а пока нет. Но в то же время мы видим постоянно спутниковые снимки с полигонов, мы видим видео, которые подтверждают наши разведки, южнокорейской разведки, что они там тренируются, что они там все-таки есть, а их там нет. Хотя да, Северная Корея говорит, нас там нет, нас вообще хотят очернить. А Южная Корея, которая собирает Совет Безопасности и заявляет о том, что она рассматривает возможность предоставить нам летальное оружие, уже чего не было с начала полномасштабной войны, готова ли пойти на этот шаг и готовы ли другие потянуться? Потому что сегодня уже и от министра обороны Франции Себастьян Лекарню звучит заявление о том, что вопрос в том или ином амплуа иностранных войск на нашей территории вновь на столе и вновь высоко, не запылен. Да, конечно, потому что, значит, действительно, если подтвердится Западом официально, что вот корейские войска направлены для участия в боевых действиях, то да, не только Южная Корея. То тогда Южная Корея точно присоединится к нам, потому что южнокорейцы это раньше еще сказали, еще весной, по-моему, южнокорейцы сказали, что оружие нам дадут, если Северная Корея пошлет войска. Сегодня сказали, ну, неофициально, хорошо, что пришлют военных советников по определенным вопросам. А французы и так далее, да, присоединятся, скорее всего, если будет официально установлено, что это северокорейские войска вот реально приехали в Европу воевать. Это важно. Да? Пока этого факта нет. Когда мы слышим что-то от разведки Южной Кореи, то давайте, хоть нам это и трудно, нам, жителям Украины или Европы, поставить себя на место южнокорейцев, но давайте поставим. Я проведу простую аналогию. Когда мы, украинцы, слышим, например, что-нибудь про то, что, не знаю, совершили переворот какие-то люди вооруженные в Буркина-Фасо, то мы говорим, о, понятно, это россияне. Потому что нам про все понятно, что это россияне. Потому что мы всегда рады закричать, что если негодяй, значит россиянин. Ну, это логично для нас, по-другому быть не может. Вот так же южнокорейцы относятся к северокорейцам. То есть, когда есть малейшее подозрение, то они кричат, о, все понятно, это северокорейцы. Потому что, конечно, как наша задача консолидировать весь мир против России, чтобы мир максимально негативно относился к России, максимально, так сказать, зажимал ее, ограничивал, накладывал максимальные санкции, то точно так же у Южной Кореи интерес вот такое же отношение создать к Северной Корее, чтобы ее максимально ограничивали и подвергали санкционному давлению. Поэтому они преувеличивать могут. Ну как преувеличивать? На законных основаниях. Не в смысле, что они врут. Но вот видели что? Видели пересекающие границу солдат. А Лой точно говорит, не видели, чтобы они приехали на фронт. Не видели, что они часть российских подразделений. Поэтому не можем утверждать, что это для войны. Ой, Михаил, но тем не менее, мне кажется, что и реакция наших западных партнеров могла бы быть как-то поактивнее, конечно, но тем не менее, план победы они обсуждают, и это уже неплохо. А продолжает его держать на повестке дня и президент Украины Владимир Зеленский, пообщавшись с журналистами, он прокомментировал, в частности, необходимость нашего приглашения в НАТО и тот факт, что в обмен на территории никогда мы не пойдем на это. Приглашение в НАТО должно быть в международно признанных границах, ну уже членство наше, так точно в этих. В то же время, в последнее время от многих экспертов я слышу о том, что, ну, что даст, мол, это приглашение, что Путину все равно на какую-то, будет ли это написано на бумаге, будет ли это продекларировано в каком-то публичном пространстве, в чьих-то заявлениях администрации Белого дома, например, или в целом, да, на площадке собрания членов-участниц Североатлантического альянса, что, мол, Путин понимает только язык силы, а не приглашений. А почему некоторые аналитики так скептически к этому относятся? Ведь мы это первым пунктом включили в план именно победы, а даже не мира. А тут, я думаю, прав как раз правильно поясняет наши действия Зеленский в данной ситуации. Мы на каждом этапе вынуждены всю нашу войну полномасштабную, все уже 2 года и 7 месяцев войны, преодолевать красные линии Запада. 2 года и 8 месяцев. Преодолевать красные линии Запада и объяснять, что не так страшны красные линии Путина. То есть приходим мы к Америке и Германии, говорим, дайте нам сначала там, не знаю, джавелины. Она говорит, не дадим мы вам джавелины. Это же обострить отношения с Россией, это же красная линия Путина. Дальше мы их уговариваем, и нам дают джавелины. Потом мы говорим, дайте нам пушки, артиллерию. Вспомните, да, в апреле 22 года, в начале мая даже 22 года, нам еще не давали ни одной пушки, ни одной гаубицы. Мы первые гаубицы от французов получили в мае или в июне 22 года.
когда проигрывали битву за Северодонецк и Лисичанск. И нам пришлось их долго расшатывать, чтобы они нам это дали, убеждать их стереть эту красную линию. И что у Путина, мол, ничего страшного с Путиным не произойдет. И вот так, шаг за шагом, мы шли от гаубиц дальше там к Хаймарсам, от Хаймарсов к танкам, от танков к этим Storm Shadow, от Storm Shadow к F-16. Мы этот путь весь проходили. А следующий шаг – это членство в НАТО. Но он состоит из нескольких шагов. Как гаубицы. Сначала нам дали гаубицы, потом миллион снарядов, правильно? Сначала нам дадут приглашение, потом членство. Нам это все надо. По дороге надо стереть красные линии Путина, потому что Путин уже скажет, что это наша красная линия, Украина в НАТО. И мы все, весь Запад, должны сказать, а нам наплевать на вашу красную линию, товарищи. Ну и потом останется одно ядерное оружие, но это мы уже знаем. Ну да, это мы уже проходили тысячу раз, эти сотрясания воздуха ядерным шантажом. Но, а действительно ли для Путина это сыграет какую-то роль? Потому что вот тот фланг, который, так сказать, скептически настроен, говорит, что войну это никоим образом не окончит, а как это сотрет его красные линии? И может ли быть какая-то ответная реакция, хотя куда уже больше? Какой эскалации мы еще с вами не видели, действительно, кроме ядерки? Ну тогда, в том-то все и дело, что ответных мер просто быть не может, потому что, ну как, мы уже оккупируем часть территории Российской Федерации. Что должно больше произойти? Уже, в общем, по-моему, нет, не осталось на Западе экспертов, которые пишут про красные линии, про то, что он может что-нибудь там сделать. Таких просто не осталось больше, вот вообще никаких. А дальше ведь повлиять на Путина. Как повлиять? Что значит повлиять? На Путина нельзя повлиять. У него нет зависимости от рейтинга. У него нет, ну, внутри страны, я имею в виду. У него нет какой-то большой зависимости там. Ну, хорошо, какая-то есть от собственной элиты, есть. На него его можно только задушить. Задушить во всех смыслах. Мне кажется, это самое будет логичное, задушить Путина. Задушить экономически, задушить по-военному. И задушить политически. Вот это то, что Украину берут и приглашают в НАТО, это удушение, политическое удушение Путина. Вот как его друзья по БРИКСу на это отреагируют? А, так он вообще лох, скажут они. Он же говорил, что не допустит. А допустил, правильно? Допустил. Да, это же денатоизация, денацификация, демилитаризация. Я уже молчу о том, что НАТО и так расширилось за время полномасштабного вторжения на две страны. Финляндия и Швеция, соответственно, стали 31-м, 32-м членом. Ну вот мы 33-м или 34-м, как говорил Рютте. А создается ли у нас сейчас впечатление, что вот этот коллективный Путин, который, ну, по крайней мере, он так считает, или коллективный Си, страны-участницы БРИКС и вот такие похожие, им сейчас хотят поделить мир? Или они слишком слабы для этого? Поделить с кем? Соединенными Штатами, с НАТО. Ну, то есть показать, что это как альтернатива и противодействие. Чтобы поделить, говоришь, чем-то поделить, надо, чтобы обе стороны были согласны что-то делить. Запад не собирается ничего ни с кем делить. Ему нужен весь мир, желательно весь. Поэтому никто ни с кем делить ничего не собирается. И главное, еще есть простые моменты, которые, кстати, Путин-то все время пытается поссорить Китай с Западом. А Китай все время, наоборот, пытается выстроить хорошие отношения с Западом. Потому что Китай с этого живет, с продажи своих товаров в США и Евросоюз. Вот больше ни с чего. С продажи своих товаров в США и Евросоюз. Миллиард китайцев занят тем, что получают всякую там источники, да, ну, имеется в виду, как это, исходные материалы, в том числе из России, производит из этого что-нибудь настоящие полезные вещи и продает в Японию, в США, в Европу, в Австралию. И что, Китай должен от этого отказаться? Сказать, мы разделили мир? И что тогда будет делать миллиард китайцев? Производить сами себе штаны и там, не знаю, телевизоры сами для себя, что ли? Куда они их будут девать-то все это? Вот ведь какой ужас. Ужас в том, что Китай на 1000% зависит от западного мира. Потому что это их единственный рынок сбыта. Просто единственный. Это единственное занятие обслуживать, ну, в плане производственном, обслуживать западный мир. Поэтому очень странно. Ну, желание Путина я понимаю, но Китай, я думаю, с недоумением узнает, что, оказывается, у Путина есть такое желание. Но какое же у него тогда, он вообще понимает еще, какое у него есть желание? Вы упоминали Курскую область, и сегодня РБК Украина со ссылкой на свои источники в службе безопасности Украины сообщила о том, что Путин уже перенес как будто бы дату вытеснения вооруженных сил Украины, ВОЗ которых и ныне там, с 1 октября, потом с 7, 15 на 1 февраля 2025 года. Там есть вообще какое-то понимание, что происходит не то, что вне территории России, а у него под носом?
Ой, к сожалению, Путин выбрал путь самурая. А, ну да, нет цели, есть только путь, да. Да, 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 да. И, конечно, сегодня война, вот это правда настоящая, что сегодня война для Путина – это не цель и даже не средство достижения цели, это образ жизни. Да, для Путина лично война – это образ жизни. И другого он знает, что у него другого не будет. И он не хочет другого образа жизни. Он хочет воевать всю жизнь, всю свою оставшуюся жизнь воевать против Украины. В Курске он будет воевать, в Покровске он будет воевать. Ему какая разница, где воевать? Они уж давно не отмечают побед, если вы заметили. Вот когда они взяли этот сам Бахмут, то у них там праздник был на весь, на всю Россию. Сейчас, когда они там взяли Угледар, праздника на всю Россию не было. Никто ничего не отмечал. Никого не вызывали в Кремль срочно вручать награды за взятие Угледара. Потому что это уже не важно все. Это уже не важно. Ну, потому что что-то теперь. Вручать награды за освобождение Суджа они потом будут, что ли? Это как бы у них такая есть проблема. Хорошо, да. Нет, ну почему? Неплохо. Хоть что-то, да, они освободили, в принципе. Но, судя по всему, на это им понадобится несколько лет, учитывая ту территорию, которую мы заняли, и паритет на тому, как россияне завоевывают, ну или, как они говорят, освобождают тоже территорию на нашем востоке нашей страны такими темпами, что и черепахи быстрее. Но это, конечно, благодаря нашим вооруженным силам, но тем не менее. Но все же, несмотря на то, что ни военное положение не оглашается в России, ни нет какого-то общепонимания, ни тактики, ни стратегии уже приготовились там на всякий случай разными ведомствами правоохранительными засекретить работу правительства в случае военного положения. А к чему они готовятся? Думают, что Курск это еще совсем не финалочка? Засекретить? Господи, что они там собираются делать? Я не знаю, честно говоря. Но смотрите, у них сейчас на территории России неожиданно оказались боевые части. У них же этого не было. У них уже давно, уже там год как минимум, да больше, наверное. На территории России не было ни одного реального военного. Они все были в Украине. Вся же боевая часть российской армии была в Украине. И вдруг 90 тысяч человек военных оказывается в Курске. Они вдруг узнают, что у них есть родина, что у них есть вот страна такая, да, вокруг. И тогда говорят, о, может, нам надо тут всю страну как-то укрепить? Ну, раз такая история в Курске получилась. Но если 90 тысяч не могут выбить наши какие-то подразделения из Курской области... То есть на каждую область надо по 90 тысяч, а у них 83 субъекта федерации. Так это сколько получается нужно? 72 миллиона солдат, правильно? Вот, ну нет, вру. Сейчас, 90 тысяч? Нет, 8 миллионов солдат, что я говорю? 8 миллионов. Ну вот им нужно 8 миллионов боевых солдат, чтобы охранять только свою собственную территорию. Так, с такой скоростью получается. Да, где же они их брать-то будут? Ну, возможно, в КНДР, в принципе. Там, конечно, нет. Там 1,4, да, 1,5 миллиона где-то армия. Да, нету. Угу. Там нету. Ну, где-то, да. Еще новых нарожают, что ж, у них все как всегда. Ой, Михаил, спасибо вам огромное. Сегодня ставим три точки. У нас все темы, которые будут иметь, конечно, развитие через неделю не только. Благодарю вас, что находите время на всех наших платформах и за вашу позицию, и за ваши комментарии. До новых встреч. Берегите себя. Спасибо, Ирина. До свидания. Всего доброго. Михаил Шительман, политтехнолог, был вместе с нами. Ирина Узлова зовут меня. Друзья, спасибо, что провели с нами это время. Подписывайтесь, пожалуйста, на YouTube Михаила. Описание на его YouTube-канал под этим видео вы можете найти на YouTube 24-го. Тоже подпишитесь, пожалуйста. Все эти ваши действия позволяют нашим разговорам продвигаться его просторами. Берегите себя, верьте в вооруженные силы Украины. Увидимся и победим.